Получается, его родители голодали? То есть, получается, ваши родители как бы впроголодь жили? Я сам впроголодь, я никогда не забуду. Я после войны до сих пор помню, постоянно был голодным. Когда я шел в школу, мой дядя в сумку клал 2 яблока. Это был мой обед в школе. 2 яблока? Это много. Это 2 яблока.